Бельцах сегодня появился лучший в стране бассейн. В Бельцах пенсионеры пользуются бесплатно общественным транспортом, не только троллейбусом весь день, а в определенные часы утром и вечером, в том числе на маршрутках. Вы видели тест по 9 класс, экзамен по истории? Должны разработать то, что подходит к нам, потому что у нас качественного образования сегодня нету. У нас открылись куча филиалов, институтов и университетов, которые не имеют никакого смысла. В Бельской примарии все документы на двух языках. На молдавском распоряжение примара, с обратной стороны на русском. Давай в Европу, вторые говорят в Румынию, третьи говорят давай в Россию. Ребят, мы для всех останемся страной третьего сорта, если у нас не появится экономика, и мы сами не начнем решать наши проблемы у нас дома. Если у кого-то есть плохие мысли, то я никому их точно не дам реализовать. Они могут говорить все, что угодно, а я буду делать то, что надо. Спасибо.